Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео! И сегодня мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки. И, кстати, ребятки, ходят легенды, что только самый крутой подписчик успеет поставить лайк за 3 секунды. Ну, давайте мы это проверим. Считаю. Раз, два, три. Кто успел, красавчик. А начинаем мы с игрушки Death Incoming. Игрушка называется «Смерть уже близко». Ребят, нам с вами нужно сделать так, чтобы... Этот пацанчик как-то упал, наверное, да? Так, он фоткает. А мы рюкзак его поставим вот сюда, вот. Оп, камушек сейчас ударит ему по голове, и он упадет в вольер к этому котику. И котик сейчас просто подойдет и его скушает, да. Вот так вот. Оу, жесть, это было жестко. Да, это первая вот смерть, ребята, первая, да. Угу. 32-я миссия, ребят. Ну, я уже ранее играл в эту вот игрушку, даже снимал по ней... Ну, про хакер. Открываем с вами стекло, и на него напрыгивает этот вот чужой. Ну, это получается чужой либо хищник, ребят? Напишите в комментариях, кто знает. Но это, по-моему, хищник, да? Ну, наверное, хищник. Если нет, то просто поправьте меня, пожалуйста. Так, пацанчик, ты можешь слушать музыку, что ты еще можешь делать? А еще ты, наверное, можешь, типа, попрыгать на этом бревне, да? Так, а ну-ка. Смотри, какое прикольное бревно. А ну-ка, запрыгни на него. Классное, давай. Я предлагаю, чтобы ты туда запрыгнул. Все. А, нужно было просто мясо бросить вот сюда вот крокодилу. И сейчас этот чувак уже попрыгает. Давай, оборачивайся. Как там... А, все, он обернулся. Посмотрел, что здесь типа доска. Ну, тут уже не доска, ребятки. Тут уже ждет его крокодил. Да, и он просто его съедает. Отлично, все. Мы с вами прошли эту миссию. Мы собрали 3 души, ребят. Но я предлагаю пройти... Еще одну миссию, может быть даже 2. Если мы их довольно-таки быстро пройдем, то почему бы нет? Так, мы, кстати, здесь с вами можем поменять себе смерть, но мне как бы эта смерть устраивает вполне. И здесь можно крутануть колесо фортуны. А, так, и сразу у нас махач, да? Окей, на тогда тебе палку. О, палка сейчас его грохнет, смотрите. Бах, бах, бах. На еще книжки. Так, все, почитай книжки. На тебе палку. Бах! Застрелил его и сам тоже, наверное, умер. Так, все, и сам умер. 2 души, ребятки, 2 души. Значит, нам еще надо будет пройти 1 миссию. И тогда эта миссия будет выполнена, то есть 35-я, да? Так, тут, пацанчик, как бы тебя так грохнуть? Ну, наверное, с помощью Кока-Колы как-то, да? Оп, полез, взял, да? А если я ее поставлю, знаешь, куда? А если я поставлю вот сюда вот, что будет? Ты встаешь и... Оу, щищ на 2, ребята, он просто разлетелся, капец. Это было жестко, мясо, просто мясо. Так, ладно, миссия выполнена, ребят. Но так как у нас сегодня с вами будет 6 игр, не как обычно 8, а 6, то я предлагаю тогда пройти еще одну миссию. Так, free spin, мы можем бесплатно крутануть колесо и, возможно, даже что-то здесь... Заработаем. Так, это деньги. Ну, денег, ребятки, как вы видите, у меня очень много. Так что, ну, если бы что-то другое можно было заработать. Хотя, в принципе, все, что здесь есть, ребятки, я могу купить. Так, давайте смотреть, как нам этого пацанчика грохнуть. Так, приходит подруга. Сейчас она придет и что-то ему сейчас поменяет. Так, все, она его усыпила. Так, на, почитай. Так, это правильное решение или неправильно? Так, все, откачала ему, короче, кровь, и там что-то произошло, и все, и он погибает. Да, ребята, это первая, ребятки, первая душа. Нам еще с вами нужно 2 души. 2 души, и тогда эта смерть будет довольная. Так, ну тут, в принципе, тоже легко. Так, давайте мы сделаем, может, вот так вот. Оп, оборвался трос, и сейчас что-то, наверное, сверху упадет. Сейчас на голову ему. Бах, кран упал. О, жесть, ребята, это было реально жестко. Ну ничего, давайте тогда еще 1 душу, ребятки. Нам нужна еще 1 душа. Так, орел. Так, kill, bite, clash. Так, ну давай. Оу, хотел попасть в орла, в итоге пробил себе шар и разбился. Вот такая вот, ребятки, игрушка. Ладно, открываем тогда следующую. И это у нас, ребятки, ее игрушка какая-то. Что тут нужно пока что делать, я не знаю. Так, это замочек. Значит, нам нужно, наверное, ключик найти. Вот это вот ключик. Так, ну только тут еще препятствие такое вот есть. Так, отлично, замочек уже у нас. Угу, нужно вернуться, вернее, ключик у нас. И теперь мы можем сами открыть этот замочек. Оу, да, мы проскочили, ребятки, мы проскочили через
те ловушки. Так, все, открываем дверку, и это у нас получается следующий уровень, да? Так, отлично, это какие-то бонусы, да? Бонусный уровень. Так, отлично, а что это такое, что это мы можем делать? Так, какой-то гриб. Так, я его как бы... ребята, я понял. То есть, он... Получается, если я его съедаю, то тогда, когда я иду вверх, он идет вниз, когда я иду вправо, он идет влево. Понятно. То есть у него тогда помешательство в голове происходит. Рассеянность, короче, да? Ладно, идем тогда наверх. А где наши противники, ребятки? Где наши противники? Потому что это игрушка с противниками. Это же ИО игра. Тут мы играем только с противниками, и все. Так. Где выход? Так, бомбочка. Берем бомбочку, ребятки. Мы можем с вами использовать эти вещи. Да, мы можем их использовать вообще на изи. Так. Можем использовать еще ускорение. Так, давай. Оу, щищ. Немножечко мы с вами покромсали себя. То есть мы на колючку, ребятки, наступили. Так, эту штуку надо открыть, но я не знаю, как ее открыть. Нам нужно найти ключ. Так, стой, давай, беги, пацанчик, ты чё? А вон и ключик, ребятки, вот и ключик, который нам необходим. Так, оп, пробегаем. Ах ты ж, блин, все, ребята, я погиб. Ну, короче, что хочу сказать, эта игрушка, в принципе, не очень-то и крутая. Как бы не сильно она мне понравилась, поэтому я предлагаю, ребятки, ее закрывать. Да, давайте мы будем ее закрывать, открываем тогда следующую игрушку. И это у нас Lucky Craft. Друзья, продолжаем выживать в нашем мире. И как вы помните, в прошлый раз мы с вами наконец-то докрафтили себе вот этот вот домик. Ну и давайте я, в принципе, посплю. Потому что, ну, настала ночь, как бы. И ночью играть я не сильно люблю. Поэтому, ребятки, ложимся в кровать и просыпаемся. Все, на улице теперь у нас рассвет, все хорошо, все видно. И я предлагаю, ребятки, сегодня нам нужно найти как бы еще себе пропитание, потому что... Ой, стоп, точно, ребята. Я же в прошлый раз поставил в печку жариться мясо. Давайте мы его возьмем и наконец-то поедим, потому что еще немножко у меня будет, наверное, заканчиваться здоровье, реально. Так, берем кусок мяса и начинаем его поедать. Ммм, какой он вкусный. И еще один кусочек, все. Есть. Мы немножечко утолили свой голод, это хорошо, ребят. И теперь я предлагаю отправиться куда-то. Какую-то шахту, либо где-то, короче, надо нам с вами найти себе уголек. Ну, тут, в принципе, у нас есть вот такие вот шахты, да, уже готовые. О, коровка. Ребят, коровка тоже хорошо. Коровка — это кожа. А с кожей мы себе можем что-то скрафтить. Так, барашка — это, в принципе, тоже неплохо. Это мясо. Так, есть у нас здесь мясо. И всплывают, ребята, вот эти вот постоянные экраны. Так, play a craft the game for free. Короче... Craft the Game, так и называется, да, игрушка? Может быть, я ее и скачаю. Может быть, после того, как я ее скачаю, мне не будет всплывать эта реклама, потому что она всплывает постоянно. Так, ребят, давайте будем сюда выбираться, потому что мало ли что может здесь быть. Нам с вами нужно... Так, нам с вами нужно, ребятки... Так, давай разбей этот блок. Нам нужен уголечек. Главное не потерять еще свой дом. Я выбрал, знаете, такую местность для выживания, очень прикольную местность. Она мне, в принципе, очень сильно нравится. Так, бежим, ребятки, бежим где-то вот сюда. Вот тут у нас свинки есть, хрюшки, но мне нужен уголь. Ребята, нам нужен уголь для того, чтобы... Так, вот тут, может быть, давайте мы спустимся. Для того, чтобы скрафтить себе факела. Так, тут есть что-то, что напоминает уголь? Не, ребят, здесь ничего нету, блин. Спускаться в пещеру тоже не вариант, потому что я не вижу, что там есть. А если я не вижу, что там есть... А вот и уголечек. Отлично, ребята. Мы с вами долго его искали, но наконец-то нашли. Я надеюсь, что кирка при мне. Да, ребят, кирка при мне. И давайте добудем тогда весь уголь, который здесь есть. Потому что сегодня ночью я хочу выживать. Да, я хочу выживать у себя в домике. Я думал вообще, знаете что, ребятки? Я думал под своим домиком сделать... Не знаю, какую-то копальню там и прокапываться там, знаете, прокапываться вглубь, добывать ресурсы. Почему бы нет? Мы можем тогда с вами по ночам работать, в принципе. А что, освещение у нас теперь будет? Смотрите, у нас теперь очень много уголька, ребят. Это обычное ванильное выживание, но только не в Майнкрафте, как все привыкли, знаете, видеть ролики обычного выживания в Майнкрафте. Это обычное выживание, ребятки, в Lucky Craft. Lucky Craft — это игрушка, которая безумно похожа на Майнкрафт. Я бы даже сказал, это копия Майнкрафта, ребятки, просто копия. Сплагиатели очень
качественно, ребятки, эту игрушку. Так, уголек мы с вами добыли практически весь, который здесь был. И я думаю, что его нам хватит, ребятки. Там как бы есть еще уголь, вот, да? Тут несколько, в принципе, блоков. Но сколько тут у нас угля? 22 угля, ребят. Я думаю, что пора выходить нам отсюда. Так, давайте будем выбираться и идем домой. Так, мясо у нас, в принципе, тоже есть. У нас все есть. Будем знать, что здесь, ребята, очень глубокая пещера. И можно сюда, в принципе, приходить. Приходить, чтобы подживиться. Так, и теперь, ребятки, будем сейчас с вами крафтить факела. Да-да-да. Мешало бы мне, конечно, еще удочку себе скрафтить какую-то. Так, солнышко где там? Солнышко еще в зените. Тут даже облака, как в Майнкрафте, ребята. Это просто капец. Это просто сплагиаченная игрушка. Идеально, к тому же. Ладно, давайте тогда крафтить. Так, у нас есть палки. Да, у нас есть палки, а я хочу скрафтить факела. А чтобы скрафтить факела, что мне нужно? Погодите, ребятки. А это случайно не... этот уголь случайно подходит нам? Блин, наверное, что, ребята, он не подходит. Нам нужно... Блин, я походу понял, какой нам уголь нужен, ребятки. Нам нужен другой совсем уголь. Вот такой нам нужен, скорее всего. А нет, стоп, не такой. Нам нужно вот так вот сделать. Теперь вот сюда вот. И древесину какую-то поставить. Короче, так, подождите, ребята, подождите. Дайте мне подумать. Дайте мне подумать, как тут нам поступить. Так. И теперь нажимаем вот сюда вот. И выбираем вот такие вот блоки. Нет, ничего не хочет. Ничего не хочет готовиться. Странно. Как же скрафтить здесь факел? Ну, в Майнкрафте крафтится факел... Ребят, я походу Алексей. Почему я не заметил? Не в обиду Алёшам будет сказано, но просто есть такое выражение. Так, все, ребят. Наверное, что не хватило мне просто больше досток. Да, досток, наверное, не хватило. Палок, точнее, а не досток. Но мы с вами скрафтили 12 факелов. Да, ребятки, это, в принципе, неплохо. Даже очень неплохо. Ладненько, давайте будем тогда... закрывать эту игрушку. Продолжим уже выживать в следующий раз. Следующая игрушка — это у нас, ребятки, Scary Teacher 3D. А сегодня в Scary Teacher мы с вами пройдем миссию, которая называется Under My Spell. И давайте, ребятки, посмотрим вступительное видео. Я уже когда-то ранее проходил эту игрушку. Давайте сделаю чуть погромче, чтобы я это все слышал. Она хочет, короче, его загипнотизировать. Она говорит, ты теперь ничего не будешь помнить. Так, хорошо, давайте мы теперь будем выполнять, что от нас требуется. Так, find the gypnostic badge. Где он находится? Найти, в принципе, эту штучку. Так, gypnostic badge is on the Francis bag. Так, хорошо, Francis is preparing cake in the kitchen. Все понятно, ребятки, тогда нам с вами нужно идти на кухню. И достать то, что находится на Фрэнка спине. Так, кухня у нас вот здесь вот. Кто не знает, она сразу, в принципе, при входе. Фактически, и Фрэнсис находится на кухне. Так, мы сейчас берем эту штучку, ребятки, и сразу убегаем. Так, берем эту штучку. Так, все есть, и сваливаем. Так, нас заметила училка, ребята, и она нас ловит. Ну, это не беда, ребят, потому что мы сейчас от нее убежим. Так, убегаем. И следующее, что нам нужно делать, ребят? Так, давайте прочитаем. Так, следующее. Put the badge on the misty clothes. Так, misty clothes will enable after she will go to the bath. Так, все, она пошла в ванну. Ребятки, нам с вами... Да, ё-моё, Фрэнсис, ты чё? Ты чё дверь прям передо мной закрыл? Так, нам с вами нужно срочно вцепить на её одежду... получается, этот бейджик, ребятки, очень быстро. Только единственное, что... Когда нам нужно найти... ее ванную. Так, погодите, это не здесь, ребята, не здесь, но мы уже, наверное, близки. Мы уже близки к тому, чтобы найти ванную. Так, а может быть и не очень мы близки. Так, откройся, дверка. Да ёшкин кот. Где находится ванна? Ребят, мы не успели. К сожалению, мы, походу, что не успели. Да, мы не успели это сделать. Ё-моё. Я просто не нашел ванную, ребятки. Я не нашел ванну, я не знаю, где она вообще была, эта ванная. Так, училка, ты меня снова спалила, да? Ну, откуда ты вообще вышла? Вот серьезно, откуда ты вышла? Она, наверное, вышла вот с вот этой вот двери. Так. Ребят, ну, наверное, что в этот раз я уже... Блин, вот где это было, ребята, скорее всего. Она, наверное, вот тут вот мылась. Нужно было просто вот сюда вот это все вцепить. Либо же следующая комната ванная. Нет, наверное, что все-таки та комната. Ну, все, ребят, мы миссию с вами провалили, потому что мы должны вцепить с вами
получается этот бейджик на Misty Closes. Да, не получилось нам, кстати, сегодня пройти эту миссию. Печально, но ничего страшного, у нас есть еще две игрушки. Следующая игра, это, кстати, новые ребятки, Scary, сиреноголовый Haunted Town. Бегать на Е, ребят, нам с вами нужно пойти into the yard. А где же находится этот yard? Так, ну, скорее всего, что, наверное, вот здесь вот где-то. Так, только вот где вход? Так, мы с вами можем бегать здесь. Это очень хорошо, то, что мы, ребята, здесь можем бегать. Плохо то, что... А, мы еще и прыгать можем, оказывается. Так, отлично. Где же тот сиреноголовый прячется от нас, а? Как мне до него добраться? Into the yard. Ну, yard? А, вон он, ребятки, вот это. Вот этот монстр. На. Получай. Давай, иди ко мне сюда. Есть, ребята, мы сейчас его грохнем. Есть, мы его грохнули. Так, ну... Я надеюсь, что мы с вами выполнили эту миссию. Смотрите, какой он был мелкий. Так, на, получай. Да, короче, мы, наверное, ребятки, его с вами грохнули, этого сиреноголового. И он, кстати, нас тоже побил немножко. А что, мне нужно не одного уничтожить или одного? Блин, короче, ребят, ну пой... А, стоп. Оружка, ребята, оружку нужно подобрать. Так, давайте мы ее подберем. Вот так вот, хопа. Так, подобрать. Ну уже. А, вот так вот ее нужно подобрать. Так, все. Есть. И как ее сменить? А, все, level complete. Отлично. Следующий уровень. Так. Спасти the civilians and kill сиреноголового. Короче, спасти. Нам нужно спасти гражданского и уничтожить сиреноголового. Так, хорошо. Вот, ребятки. Давай. Подходим быстрее, подбегаем. Так. Next level? Серьезно, мы выиграли эту миссию? Так, я не прочитал, кстати, что тут нужно было сделать. Блин, плохо то, что я не прочитал, ребята, но я думаю, что разберемся по ходу дела. Ну, наверное, спасти гражданских, да? Так, на, получай. Так, все, миссия выполнена, ребятки. Вот, в принципе, вот так вот легко все выполняется. Так, shoot all сиреноголовых with your AKM. Так, уничтожь всех сиреноголовых, хорошо. Без проблем, уничтожи, ребята. Уничтожи я этих сиреноголовых. Так, только... Найти их сначала нужно. А, вон где они. Так, ну что ж. Давайте, пацанчики, подходите ко мне сюда. Ой, оп. Так, все, этот есть. Так, следующий. Оп. Ой, так, упал. Угу, получай. Блин, эта игрушка мне нравится, ребята. Даже очень сильно нравится. Так, это, кстати, лучшая игрушка про сиреноголового. Так, все, есть. И это у нас новое оружие, которое мы сейчас с вами возьмем. Ладно, ребят. Так, next level, и я предлагаю закрывать тогда эту игрушку. Открываем последнюю игру на сегодня, и это у нас Бравл Старс. Ну, а первую катку в Бравл Старс мы с вами сыграем за Динамайка, ребятки. Играть мы будем, знаете, в какой режим? Будем играть в Биг Пати, но вот единственное, если я буду этим вот, получается, Биг Боссом, то тогда есть шанс, что меня грохнут, ребят. Но Биг Босс не я, да. Я редко вообще бываю Биг Боссом, очень редко. Так, идем туда тогда наперед. И будем забрасывать динамитами того пацанчика. Так, вот, просто берем и забрасываем его динамитами. Так, где там он? О, вон где он, да? Вон где он, оказывается, да, сидит? Хорошо. Мы сейчас его с вами динамитами этими грохнем быстренько. Так, давай. Опа. Взрывы такие мощные, прям мощный взрыв от динамита. Так, бам. Так, теперь ультуем где-то вот сюда вот. И бух! Получай мощный взрыв. Так, неплохо, ребятки, неплохо мы тут с вами дамажим. Мы еще, кстати, ни разу не проиграли с вами. Так, туда бросаем. Так, бам, получи. Угу. Он сейчас где-то вот сюда вот будет бежать, скорее всего. Мы должны с вами просчитывать, куда он побежит вообще. Так, вот туда он бежит. Так, отлично. Просто бросаем сюда динамиты, он бежит и сейчас будет взрываться на них. Так, ульту. Давай, бум. Так, отлично, ребятки, очень здорово. Правда, уже минута прошла. Целая минута. Так, давай вот туда вот динамитик. Так, отлично. Вот сюда вот теперь динамит. Давай туда бросаем. Давай, бум. Есть. Хорош. Хорош, он еще ни разу меня не грохнул, кстати, этот пацанчик, ни разу, ребятки, представляете? Так, давай, ай, чуть-чуть не туда, чуть-чуть смазали мы с вами, но ничего страшного, ребятки, ничего страшного. Так, тут даже несколько из динамайков. Так, много здоровья у этой ПМ, очень много, она еще может хилить себя, ребятки, у нее есть такая ульта, где она себя хилит. Так, вот сюда вот бросаем, давай, опа, так, бум, отлично. Давай, динамитами забрасываем, ребята, ее сбрасываем. И теперь вот туда вот решающий динамит, бам.
Так, ну, короче, мы с вами здесь неплохо ее покромсали, даже очень неплохо. Так, вот сюда вот, вот и вот сюда вот, динамитик, давай. Бам, на, получай. Так, она начинает себя хилить, ребята, последние секунды, и есть. Чуть-чуть она не дожила, конечно же, и кто здесь будет звездный боец? Ну, конечно, не знаю, ребята, кто звездный боец, но мы с вами прям, ну, жестко вытянули эту игрушку, мне кажется. Потому что, ну, я очень много раз попал именно своей ультой по ней. Так, ладно, давайте мы тогда выберем другого бойца. Так, и сыграем этот же самый режим. Почему бы нет? А чё, он вообще дается очень редко, поэтому я считаю, когда он есть, за него нужно играть. И, ребят, за все время я только раз был, представляете, только раз был вот этим вот биг-боссом. Так, это нужно разбить. Так, проверяем, ребята, проверяем, где этот босяра сидит. Вот, там может быть где-то, нет? Так, где он прячется? Ребятки, он прячется где-то в кустиках, 100%. Вот в тех вот кустах, наверное. Так, чё за прикол вообще? Он убегает от нас, просто убегает, ребята. Так, может быть, это вот тут вот? Да ё-моё, где он? Чё, блин? Это что такое вообще? Как это возможно, ребята? Его нету, просто его нету. А, вон он где сидит, спрятался, капец просто. Вот это место было жестко, ребята, минута прошла, мы его искали целую минуту. Это просто жесть, но я его нашел, ребята, я нашел того пацанчика. Да, он прям в углу сидел, хитрец какой. Ребята, очень хитрец, блин. Так, давай стреляем в него, на, получай бомбочками, на. Так, и отступаем, ребята. Так, теперь у нас есть с вами еще бомбы. Мы сейчас его можем заультовать бомбами своими. Так, только вот сначала нужно его найти где-то. Так, ну мы можем их где-то бросить вот сюда. Вот он обязательно где-то вот тут будет ходить, ребята. Обязательно будет вот тут вот ходить. Так, мы их набросали, и он потом повзрывается, отлично. Вот, он уже взрывается, ребята, он уже взрывается на наших бомбочках. Так, есть, бьем его. Он, в принципе, выбрал такую неплохую стратегию. Он прятался вот в этом вот углу. Но мы все равно с вами, ребята, до него доберемся. Так, 27% у него там здоровья осталось. Это очень мало. Так, 20% и 20 секунд. Но он еще может, ребята, выжить. Да, он еще может выжить. У него есть все шансы на победу. Так, давай его туда вот где-то с бомбочки набросаем. Так, все, если он будет теперь бежать. Вот туда вот. Он просто попадет в наши ловушки, ребятки. Давай, пожалуйста, беги туда. Беги в ту сторону. Начинай взрываться на моих динамитах. Смотрите, бах. Отлично, ребята. Последние секунды и, к сожалению, нет. Чуть-чуть мы с вами не добили, совсем немножко. Ну, ничего страшного. Ладненько, ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать, но я не рекомендую вам закрывать ютубик, я рекомендую вам посмотреть ролики, которые вы сейчас видите на своем экране. Да, ребятки, это ролики с моего другого канала, а также плейлист на ролики на канал моей девушки. Она тоже играет в игрушки, поэтому я рекомендую вам перейти и оценить вообще ее геймерские способности. Ребят, ну а на этом все. С вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!